Ну вот и совсем не больно. Подальше, повыше. Хоба. Замурчательно. Что есть? Костюм для Бладрейн, наверное, самый дорогой был. Ну, вообще, да. Потому что он был как раз куплен у мастера, который латексом занимается. Но сейчас я тоже стараюсь делать костюмы сама, в том числе из латекса. Вот я сделала уже платье Бладрейн из латекса. Очень классно. Я прям, блин, такой восторг. Уже в Инстаграме есть видео бэкстейдж. Я ВКонтакте все хотела сделать пост с бэкстейджем со съемки, которая у меня была в Питере, но так и не собралась. Черт, надо сделать, конечно. А так это было очень классно. Я изделель. Ну и топ Лары Крофт, тоже из латекса. Мое первое творение. Такое кривое, но нормально. Для первого раза сойдет. Оп, HD появилась и сразу кончилась. Нормально сейчас? Да вроде нормально, я смотрю на ноутбуке вполне себе. У меня можно поставить как бы прям HD-HD, но скорее всего будет лагать, потому что все-таки интернет Wi-Fi. Мне кажется, мы это слушаем уже сегодня песню. Переключил. Возможно, он по кругу началось. А не по кругу. Спокойной ночи, Антониэль. Спасибо, что пришел. Спасибо за компанию. Классные вопросы. Ну, раз вопросы закончились, надо немножко поработать. А то же холодно стало на моем крабгнезде. Да, ребят, если вы думаете, что такие не очень этичные слова приятны девушкам, то либо эти девушки, как сказать, немного другого воспитания, либо, в общем, вы что-то делаете не так. А так как у нас чат более-менее галантный, так что всегда можно перефразировать так, чтобы это звучало не грубо. Какие глаза красивые! Ну, на это не обижаются, честно. Ну, как бы, это вполне себе нормальное замечание. А вот так прям, ой, птички классные, покажи спусти маечку. Ну, сразу составляет у вас впечатление не так, чтобы
взрослом человеке, который пришел к симпатичной девушке на стрим. Ага, в культурной столице, а банить так рука не поднимается. Так, чтобы вам включить, чтобы. Вернем старый плейлист. А то тут уже прокрутился пару раз. Чек не донат. Уи. Аня, пора перекусить яблочко. На твоих стримах очень атмосферно, хотел бы побыть на твоей фан-встрече. О, обязательно приходи. Я думаю, мы в конце января обязательно замутим такую фан-встречу. Вот. И на самом деле в конце января у нас будет фестиваль. И по субботу 27 числа туда вход бесплатный. То есть именно на площадку, где я планирую быть. Вход бесплатный. Ну, я на самом деле в группе еще публикую точную инфу. Так что обязательно присоединяйся. Сейчас мы доделаем эту штуку и обязательно съем яблочко. Спасибо тебе, родной мой. Хоть кто-то меня кормит на стриме. Вот, смотрите, учитесь. Так. Когда-нибудь приедешь, правильно? Вот, думаю, в сентябре снова Москва. Да, давай. Я ж не знаю, сколько ты там будешь пропадать. Ты так еще говоришь, вот приду к тебе на фан-встречу. Я думаю, тоже все. Ох, камон, ребят. Сейчас снова перепалка будет. Гравы, гравы. Ребята, у вас стрим не виснет, потому что у меня периодически. Но это ничего не значит, на самом деле. У тебя на стримах все чудесати и чудесати. Ну видите? Уникальная атмосфера. Thank you.
хоба. Порезать все-таки, порезать. Обрезочек остался. Теперь надо вывести. Подвисает. Ах оно, блин. Что ж оно так? Что? Почему? Ладно. Ну, с другой стороны. Сколько у нас оптайм стрима? А то я подключалась. Я и так в Питер слишком часто катаюсь. Вот родители уже на этой неделе предлагали тоже поехать. Я, конечно, да. Много дел еще. Я там совсем недавно была, если что. Когда там, в декабре? Ну вот, зря прощелкал. Да, мне тоже, конечно, нравится в Питер приезжать, особенно зимой. Особенно, когда в Москве дикий минус, приезжаешь в Питер, а там дождик, 0+5. И ты такой, класс. Мне в наш холод. Вот сейчас вот только вот этим феном и греюсь. Ой, такая культурная столица. Я как вспомню, как нас чуть не выгнали с оплаченного дворца на фотосет. Это вообще супер культурная, блин. Я как-то была в Питере, когда там было минус 20. При влажности Питера это, конечно, было... Вот еще кайф. Блин, не прогрелся. Ребят, вы все какие-то мнительные на стриме. Начали за здравие, закончили за упокой. Мне кажется, стример уже не нужен. Все общаются в чатике, обсуждают какое-то там свое мировоззрение. Класс. Да, мне пора спать. Сейчас я на самом деле заканчиваю и уже свернемся. А то я смотрю, ушло не в ту степь. Все. Ребята, как забрать модератора у человека?
А то я могу его только сделать модератором. А то мне не нравится, когда на моем канале тут правами модератора так кичится. О, спасибо, Никта. Может еще... А, кстати, Ласт недавно в мою группу с фоточками кидал. Спасибо тебе, Ласт. В нашей большой стране то, что все городов все косят в Москву. А ты сам откуда, кстати? Почему бы не развивать все города, а не только нашу столицу? О, Москва уже давно стала отдельным государством, честь по моему мнению. Я из Москвы. Так вот, я тебе так скажу, я пожила в разных странах, в том числе в европейских столицах. А, ну, именно пожила, не просто как бы приехала, посмотрела. Вот. И переехала в Москву, и вообще не жалею. Тут можно заниматься чем хочешь. Тут у тебя возможности для самореализации взлетают просто... Вот так-то. Так что, в принципе, Москва уже давно стала такой большой агломерацией. Так что, хорошо бы, если бы пригороды развивали, на самом деле. А уже другие города... Ну, увы, все дороги ведут в Москву. Тюмень так-то в топ-3 по ВВП. Ну, кстати, да. Очень многие сейчас после санкций, очень многие города начали развивать именно промышленность, так что, ну и, конечно, торговые пути, логистику. Так что везде есть развитие. Другое дело, что все равно все идет в Москву. Это неплохо. Сочи. Чё, все, можно в Крыму покупать домики, пока они еще. Хотя они, наверное, уже дорогие. Надо было закупаться недвижимостью. Марвел или DC? О, это хороший вопрос. Наверное, все-таки DC. Особо внимательные. Это даже не обсуждается. Так, блин, я с хвостом не надену. Вот. У меня из DC несколько костюмов. Ну и из Marvel тоже. Но из DC у меня в основном где-то Вита Плющ. Е-е-е-е. А, Marvel просто хорошие мувики делает. Но я все хочу тоже по Marvel что-нибудь сделать. То у меня будут вот такие персонажи, типа... Амура из Тора. У меня еще был. Ну, Черная вдова, потому что это довольно просто, я рыженькая. Вот. Думала все Феникса замутить. Плющ, кстати, классный. Ой, спасибо большое. Обожаю, блин, эту злодейку, наверное, моя самая любимая. Ну, кстати, да, из Марвела я... Большой фанат вот как раз старой трилогии X-менов. То есть я, блин, X-мен, и у меня просто вообще прям вах. Воспоминания из детства. Очень классные. Ну и фильмы по X-мену тоже, кстати, последние, кроме Росомахи. Все классные были. От Росомахи, конечно. Ну все, грустняшка. Блин, у меня осталось еще... кучу этих хреней. Но уже пора заканчивать стрим. А то же все там начали рассуждать про Питер, расчёт, Москва. Хотя, в принципе, мы наконец-то отошли от темы. Так.
Так, и да, я пока... Точно, мне нужно надо съесть, ребят. Меня покормил Ласт. Спасибо вам большое. Как зачем западная часть? Мидгеймер, сколько тебе лет? Не, не знаю. А что у тебя по географии? А у вас есть? Это все-таки входит в географию? Не, Роб, конечно, классно, но мне кажется, не мой типаж. Что, Роб, вообще негритянка? Эй, камон, я не буду в негритянку краситься. Все, я в аут, работа. Спасибо, Гос, что зашел. Спокойной ночи. Или хорошей работы, если ты ночью пашешь. Бедненький. Но я тоже так недавно делала. И здрасте снова, Инетор, или Инетор, как правильно. Вопрос, Альянс или Орда? Блин, была бы я в своем любимом клоне, там бы вообще вопросов не возникало. Я за Альянс в ПК играю. Ну, за Орду, конечно, у меня было пару твинков, но это так, баловство. Даже Аниксия Катрана Престор-то, она в Штурмграде стояла. Все, у меня все альянсовские чары. Харли не думала косплеить, ее, по-моему, все, кому не лень, косплеили. Именно поэтому мне как-то и не хочется Харли косплеить. Мне нравится, у меня много разных вариантов плюща, и поэтому у меня часто планируют съемки Харли с плющом, так что меня так устраивает. У меня когда-то был небольшой костюм Харли, вот, по арту, но это было давно и неправда. Я еще тогда была блондинистого цвета, да. Как-то летом, даже не летом, в общем, полгода я была блондинистой, хотя рыжая уже вообще, сколько себя помню, практически. Так, не нравится, в общем, мне Харли. Я тебе завтра колыбельно отправлю Лорда Пневмослона поставлю, чтоб страдал прямо в эфире. Без регистрации смс. Опять на музыку скатились. Ребят, давайте. Давайте, в общем, закроем тему про музон. For the Alliance. Ну, сейчас как-то очень много народу играет за Альянс, хотя Орда была очень популярна. По-моему, в самый первый раз, когда я только попробовала Warcraft, это, ну, мне друг показал, типа, вот, классная игрушка. Я тогда в другие мумашки играла, вот. Вот, классная игрушка, типа, давай. А тогда только американские сервера были, вот, ну, типа, ну, такое, вот. Мне это не понравилось. Но тогда я начала, я сделала Undead Priest, это мой самый первый чар, и шаманку, и, не шаманку, блин, тролльку, не помню, хан-троллька, по-моему. Короче, какая-то тролька была, но Undead Priest, вот это вот прям самый-самый-самый первый чар. Мне показалось прикольнее. Да, то, что... Прист такой... К
казалось бы, прист и мертвый прист. Такой, holy priest on that, окей. Эх, времена. Рыжий Харли норм посмотрелась. Ой, сейчас столько вариаций Харли, на самом деле. Вон Джастисы тоже прикольные. А, ну, кстати, мне, в принципе, костюм Харли из этого... Из Азайлума нравится. Вот. Ну, не такой нормальный. Прикид. Только волосы дурацкие. У них почему-то взяли, перекрашивали. Так. Что будет на игромании в четверг стримить? Так, мы стримим Prey, насколько я знаю. Но лучше посмотреть расписаньку. Ну, у меня самым первым был Табурен Вар, потому что большой с рогами. Эй! Понятно. Ну, Табурен тоже классная. Так, ну тролльки вообще харизматичные. Прям харизма прёт. Чё, продолжаем? Что-то я маленькие штучки отрезала прям. Ой, ой, ой. Саундтрек из Ragnarok Online. Сейчас чуть было не был в эфире. Вов вообще не зашел, зашла Диабло. Диабло у меня был далеко. До того момента, как появился классный, хороший интернет, так что вообще несравнимо. А, ну пока длинные. Отверну. Костюмы на заказ сделаешь? Нет, я сейчас делаю костюмы для себя в основном, на заказ у меня не особо есть времени. А можно как раз посмотреть в группе, какие у меня планы по созданию костюмов. Вот. Так что сейчас пока нет времени на чужие костюмы. Иногда продаю свои старые костюмы, но сейчас это более выгодно делать за рубеж. Поэтому жду, хочу открыть свой Etsy-магазин, и тогда уже можно будет продавать что-то за рубеж. А у нас просто очень хотят все задешево, ну, сами понимаете, там-то в долларах, так что... Все спать пошли, эй, ребята. Половина костюмов, как моя месячная зарплата. Ну, типа того. Теперь ты понимаешь мою боль. Когда узнаешь, сколько стоит хотя бы один вот этот вот лист Google Star. А чё он так плохо греется, я не понимаю. У всех просто руки заняты. Потому что мало ИРЛ стримов, что ли, я не пойму. Ножницы.
что косплей тут пипец как дорого. Ой. Да я не обижаюсь. Обижаться вообще бессмысленно. Вот, и как-то... Я уж поняла, что на Твиче обижаться бессмысленно вообще вдвойне. Так, так, надо еще немножко. Ласт просто работает ботом, не покладая рук. Ну что, перекличку ботов? Ребят, лисики в чат. Ничья, косплей сейчас у тебя дорогое хобби. Ну, оно всегда было довольно дорогим, вот. Только раньше, раньше как-то справлялись из материалов дешевых, но очень много на него времени тратили. Сейчас же появились очень хорошие материалы, качественные, с которыми приятно работать. Они хорошо позволяют реализовать то, что, что угодно, впрочем-то. Вот. Но это такие бешеные бабки стоят, что вот я вот сейчас вот этим материалом все обворачиваю, блин, он очень дорогой. Поэтому я его экономлю, вот просто из кусочков собираю, чтобы обернуть. Вот. Такое дело, такое. Я не знаю, почему ставят все плюсик. У нас тут перепись ботов. Ну вот. А тут 30 человек, и в чатик поставил, дай бог, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все восемь. Ну, еще парочку флузят. Короче, 15 живых человек. Кто все остальные? Блин, да что ж такое, оно не выглаживается. В общем. Все мы боты, я в том числе главный бот. Мидгеймер, если ты помнишь, я не говорила, что я не говорила насчет географии. Ты спросил, зачем, почему развивается именно западная часть. Я к этому сказала, что знаешь ли ты географию, вот, потому что в принципе это, не знаю, у меня в школе в принципе все логично выглядело. Вот. Почему западная часть развивается лучше восточная? А не то, что следующее сообщение, я вообще, если честно, не видела, прости. Так что это ты меня не понял. Стример не бот, он стример. Есть люди, которые открывают трансляцию, просто смотрят ее и не пишут. Я так понимаю, кто-то может просто ее поставить в фон. Ну, в принципе, нормально, у меня там
Идут просмотры. Там биткоины мутятся. А, просмотры крутятся. Чё, уже компаньонка скоро будет. Партнерка. Мидгеймер, ты странный. Я про то, что западная часть России развивается лучше по географическому положению. Ты посмотри, что рядом с западной частью России. И это и границы, и это и какие-то торговые пути. И это и выходы к морю, притом удобные выходы к морю, а не северные. Вот, так что, да камон, так исторически сложилось, не просто так. И Питер построили на Балтике тоже не просто так. Притом у нас очень крупные города, как раз таки рядом с Китаем. И там у них тоже все, ну, по-своему, конечно, но тоже нормально все. Вот. Так что, зря ты так... Что-то какое-то странное уплотнение у меня на этом шипе. Ну вот реально, просто человек говорит такие очевидные вещи, поэтому я даже, блин... Вспомнила что-то оттуда. До партнерки посложнее. Посложнее 75, среднее количество нужно. Там, да, как раз я видела несколько условий. Ну, ничего. Доползем как-нибудь, доползем. Так. Еще один. Ох. Не, у меня рука реально просто... Буду так лучше, а то у меня уже горит рука от пены. Анюшка, Кая, привет! Спасибо, что заглянул на стрим. На самом деле, я, наверное, еще полчасика, а потом уже спать. Надо все-таки режим исправлять. Хотя бы попытаться. Аня тут еще английского учила. О, господи, мне так стыдно. Я забываю какие-то простые слова. То есть писать мне как-то гораздо легче, а вот когда меня спрашивают напрямую, я сразу теряюсь, не знаю. Ну, это, конечно, больше опыта. Вот. Я надеюсь, на какие-нибудь зарубежные конвенты выползти тоже из косплея, возможно. Так что надо учиться английскому. Так, ребят, мне кажется, или качество упало? Проверьте у себя, пожалуйста. Даже тем удивлен, что в это время еще стримишь. Ну, на самом деле, последние мои стримы были там до 4, до 5 ночи. Так что это еще рановато. Но надо все-таки... Ну, в праздники, я понимаю, многие могли себе позволить до 5 сидеть. Вот, но... Но уже пора как-то завязывать с этими ночными посиделками. Качество почти 4К шакалов. Не знаю, у меня почему-то шакалы. Ну, может, у меня ноутбук тупит. Сейчас попробую. На близко, Наня. Ага, близко. Прям просто сердце кровью обливается. Квадратик немного бывает. Ну вот, на самом деле, по-хорошему он не должен квадратить.
О, точно, спасибо, что напомнила, надо им это платить. Ну беги, оплачивай. Я могу перезапустить стрим, если вам приятнее будет. С другой стороны, немножко осталось. А! Что-то он плохо греется в последнее время. Ребят, влейтесь в обсуждение Америки и выходов к морю. Опять не прогрелся чутка с одной стороны. Да, я сейчас перезапущу, только мне надо вот это доделать, а то застынет. Вот, давайте еще поспорим про музыкальный вкус. Слышите, что у меня тут вообще играет? Двухтысячные диско. Тиесто Club Life. Зачем ты морковку в лаваш заворачиваешь? Это так же вкуснее. Вот запекаю сразу. Да, сейчас я перезапущу стрим, ребят. Подождите чутка. Бывает такое? Вот. Эй. Так.